Так, всем привет, мои дорогие друзья. И сегодня, спустя такое долгое время, я вернулся на YouTube. Потому что у меня нету телефона, как я и говорил, и я прямо сейчас играю на бабушкином телефоне. В общем, не суть. Так, в общем, я выпущу это видео в честь того, что я просто так долго не снимал видео. Даже не знаю, про что будет это видео. Я и так не планирую снимать. Просто скачал запись видео и все. И решил снять для вас видосик. Собственно, я хотел посмотреть, что у нас такое за обновление сказать. Потому что я вечно захожу на YouTube. И мне можно увидеть. То, что там появились какие-то новые блоки. Я вообще не знаю, что это за новые блоки. Но я уже открывал вот один вот этот из этого блока. Так, вроде они должны быть в зале. А, да, я же проверял, они точно, они же в зале. Так, вот тут у нас они продаются. Тут даже продается аметист и вот такой вот слиточек. Так, давайте обновить на... О, вот он. Такой вот один блок вызов. Давайте его купим фиолетовое стекло, чтобы выполнить задание. Так, вот фиолетовое. Так, все, давайте покупаем этот блок. Так, давай вернемся домой. После размещения ван блок ему нельзя переработать, пока питание не будет успешно уменьшено. Ладно. Так, давайте ломаем. Ну, тут ничего, ничего такого интересного. Хотя я уже что-то вижу. Ой, что это? А, это мост. Ой, смотрите, ребята, это какие-то мосты. Так, что у нас тут? Смотри, хорошо вижу. Так, давайте ломаем, ломаем, ломаем. О, опять это снега. Включай. Так, ломаем, я вижу там что-то интересное. Вот, опять это свинья. О, тыква. Опять это свинья, блин. Так, давайте ломаем, ломаем. Обновление. И бум-бум. Ой, боже, что это? На. Чай. Мы еще забиты. Так, давайте продадим все эти блоки. И бам! Ого, как много я собрал. О, тут паук какой-то. Давайте его тут оставим. А, боже, они меня толкают. Получайте, тупые паук. Получай. Так, все, я убил всех пауков. Че так много? А, боже. Получай, получай. Его можно с очень быстро скидки убить.
заплатишь за это жизнью. Если придется платить, то не мне одному. Я не отвечаю большим черке. Убери своих людей! Так, получается, ты можешь хоть исправиться на моем острове. Это не ваш остров, а мой. Почему так много этих, как вот там, блоков? Тут даже новых блоков нету. Так, давайте я одну сюда поставим. Так. Ой, что это, боже мой. Боже, это Майнкрафт. Это Майнкрафт какой-то, а не блок Майнкрафт. Я вижу тут какой-то фиолетовый блок. Давайте повыбрасываем, все не нужно. Ну, тут даже мечи выпадают. Так, вот что еще? Цветки. Ага. Палочки выпадают. Палочки у нас тоже очень редкие. Слишком много вещей. Мне интересно, что это за фиолетовый блок. А, все. Это да. О боже, трикрипел, а! Получай! Все, я ухожу от этой стаи рысов. Она мне тоже не нужна. Ну, что вам сказать, то, что эти блоки слишком много. Не знаю, даже буду я продолжать ли их как-то там разрушать или еще что-то. Ну, короче, давайте же пойдем в шахту и покопаю там немного ресов. Ну, а сперва я, пожалуй, положу все мои ресы, которые я добыл за все эти 7 минут 50. В общем, все, я уже все ресы переложил. И погнали в шахту! Загрузка мира. Раз, два, три, четыре. Ну все, мы загрузились. Так, давайте поставим сюда вот эту камеру. Погнали убивать кого-то. Не знаю даже кого он убьет. Так, получаем 10 бесплатных. Появилась такая суть, что у игроков есть миниган. И ее распространили почти, ну там, по всему блокнингу. Я, конечно, понимаю, что это какой-то апокалипсис крыльев, еще миниганов. Но миниганов, это уже перебор какой-то. Я, по-моему, за все мое время комьюнити БГ или просто в блокнингу, я знал, что донатные игроки, которые донатили целых 6-5 тысяч кубов, могли выбить этот миниган запросто в скайблоке, когда был, по-моему, еще 2020 был, 2021, я не помню. С БГ я начал играть 2019, потому что у меня был какой-то там старый телефон. Ну, не суть, я играл на маленьком телефоне. Мне очень нравилась эта игра. Тем временем я собирал всякие сундуки, получал там випы всякие, там и крылья, вот запчасти от них. Но я не знал, что их можно просто-напросто вывести к себе в инвентарь. И из-за этого, из-за моей крутой башки, я не получил всех этих крыльев, этих ценных редких, и остался без ничего. Да, вот таким вот я был, который не любящим. Серьезно. Так, ну я к нему помоги. Ой.
О, мы за тим зебу. Я подумал, сейчас меня просто-напросто ударит. Конечно, в конце я не буду его бить, потому что я думаю, он тоже заслужает гол. Возможно, он фармит тыквы, чтобы так себе на метову купить. Давай, давай, ну, помогай, но у тебя как раз этот электрический меч. Я не знаю, почему он дает 500 часиков. Не знаю, почему. Но если мне еще раз дадут 500 часиков, то я, пожалуй... Если я выберу на них еще какие-то там мечи, я любому раздам. Но пока что у меня только один вот этот меч лучше от души. Я его, к сожалению, просто-напросто не ждать не могу, потому что... Ой-ой-ой-ой-ой, боже, там матерятся в чате. Просто не смотрите на чат, только чтобы меня не смотреть. YouTube, пожалуйста, не бань меня. Я... зарисовать нет смысла просто этот мат. Я вижу там еще одного босса. Ну, сейчас мы с этим справимся, а потом пойдем с ним. Ну, не помогай мне, блин. Давай помогай мне. Давай помогай. Стоит, блин, наблюдает, как я, блин, сражаюсь с боссом. Помогай мне. О, все, красава, помогаешь. Давай, давай, помогай, помогай. Не обращайте на задний фон, потому что мне... По второму. Как бы это глупо не звучало, я сейчас у вам... Ладно, все. Речь только о бабушках идет, блин. Ой, боже, у меня очень мало хп. Так, тут уже чуть-чуть хп осталось. И, блин, мне нужно успеть до того босса, потому что я тоже хочу получить. Не знаю, что там будет. Так, ладно, давайте возьмем эту и будем упасить его метлу. По жопе. Больше хп заводились. Так, у нас уже осталось не очень мало хп. Так. Нет, так. А, так, ну-ка. Да блин, ничего не выпало. Боже, как же мне все это бесит. Все. Ой, видите, вот сюда. Да, у меня все бесит. Давай, пацаны, такой. Да можно? Зачем он за ноги? Его анимация сломалась. Так, у него от меча ушли. Будет больше урона, поэтому атакуем с прыжками. О боже, встанет не надо, блин. Так, ну что это за догонялки? Он за мной бегает, они его упасят своими метлами. А давайте его тоже упасят метлами, что ли. Ой, какими метлами? Метлой. А чё ты так стал больше хп наносить? Не понял. Пацаны, кто мне так бьёт? Не понял. Чувак задается вопросом, какая у меня броня? Фигушки тебе. Так. Что происходит? Другой упасит одного чувака, я упасит того, а тут
тот другого упасит, бьет. Так, ну через скоро мы уже убьем этого босса. Давайте упасим по экрану, бедный телефон. Выливается из моих рук. Говорит, не бей меня по экрану. Куда ты его тянешь на ступеньке? Так тут будет только тяжелее голову получить. Так, на арену его тащим. На арену все его тащим, а не за мной. Так куда ты его тащишь? Иди сюда. Ой, боже, боже. Походу мне сегодня не везет. Так, погнали в зал. Такой записываю. 16 минут. Ну, нормально, в принципе. Что еще можно? Вот у чувака тоже невезучий день. Так, давайте посмотрим, что там. А, нет, там нету босса. Бежали. Так как я у Фастика отпросился в друзья, пока что я буду ждать его приглашения. Не знаю, примет ли он. Даже написал в комментах, что не буду ничего просить. Так, все, поехали домой. Блин, у меня такое чувство, что голову удалили. У меня такое чувство. Так, погнали мой гангар. Спросите, почему у меня, собственно... О, у меня там игрок. А, нет. Он вышел. Так, погнали ко мне в гангар. Так. Блин, не пидорово. Так, аминки. А, нет, их не удалили. Получается, у меня просто нету везения, я не получил эти головы. Ай, да, пофиг. Так, 23 дюйма. Так, еще каких-то блоков. Тут запчасти вот сюда вот положить. Ну, все, мои дорогие ребята. Если хотите в друзья, в комментариях я оставлю свой ID. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на этот прекрасный колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. То я вот так вот на месяц уйду, и вы не будете видеть моих видео, а просто-напросто отпишитесь. Ребят, я пытаюсь снимать для вас видео, и понимаю, что много времени я определяю, и не снимаю для вас контент. Но это видео я просто не суть, в общем. Как я и повторю, подписывайтесь на канал, Да боже, я заикаюсь. И ставьте огромнейший лайк, чтоб вам в школе поставили 5 с плюсом. И пожелайте такого же вашим друзьям. В общем, всем пока. А, забыл вам сказать. Подпишитесь на моего на моего друга Фахсика. Я с ним дружу. На переписке я вам не покажу.